12 урона это все-таки неплохо, неплохо. Так, а площадь какая тут будет? То есть 1500 здесь. А, здесь вообще маленькая, да, фигня. Тогда ладно, вот это бьем, короче. Все, все, ребята, в принципе, я рад, то, что вот так все получается. Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Лев, и, ребята, это время хардкора, часть третья. В принципе, как видите на своих экранах, у меня здесь появилось побольше земли, то есть я ее добавил, немножко улучшил дом, сделал такой балкончик, да, немножко грядку тут посадил, в принципе, деревья убрал, все такое. В принципе, сделал, ну, добавил мод один, теперь у меня 38 модов. Кстати, что хочу сказать, то, что я вчера посмотрел свое старое видео, которому уже получается почти 3 года, и там тоже было 38 модов на сборочке Майнкрафт с хардкорными модами, да, в принципе, как-то так. Извините, то, что запинаюсь, я уже давненько не записывал видео, где-то неделю, наверное. В принципе, ладно, так, ой-ой. Что-то у него глаза побелели, меня это как-то пугает, потому что у него только что красные вроде как были. Ну ладно. Ладно, я могу что-то забыть сказать, потому что я уже записываю, получается, четвертый раз, поэтому, ну, простите. Я тут уже, короче, броню, ну, броня у меня была, экипировался. Я хочу пойти сегодня в шахту. Как видите, у меня есть уже какой-то уголь, железо, золото немножко добыл. Не все их, то есть еще немножко развиться. Да, и, ребята, пока я развивался, я заметил то, что у меня стала подниматься шкала сложности. То есть у меня теперь, ну, как бы написано так же в изи, но шкала немножко поднялась. То есть, видите, зеленый цвет тут. В принципе, скоро дойдет до одной клеточки, у меня будет просто изи, потом, я так понимаю, нормал, потом еще что-то. Окей, в принципе, хорошо, хорошо, хорошо. Так, вроде как у нас все есть, давайте поспим. Пока что не можем. А, нет, можем уже. В принципе, хорошо. Тут немножко переставил, как видите, опять карту, мини-карту. То есть, немножко вот этот показатель прочности. Фух, ребята, извините, если буду запинаться, потому что я давненько не записывал ролики. Простите, то, что я не так давно не записывал. Я просто был очень занят, в принципе, ладно. Вроде как все уже взял, факела есть, кирки есть, меч есть. Меч, кстати, надо еще один, наверное, сделать, потому что все-таки здесь хардкор, да, сборочка называется время хардкора. Кстати, в шахте достаточно страшные звуки, поэтому я, ну, немножко боюсь, поэтому надо быть осторожным. Кстати, сейчас, ребята, у меня утро, и как бы, ну, я могу немножко что-то пропускать, какую-нибудь руду или еще что-нибудь, поэтому... Как бы особо на меня не ругайтесь, если что, да. Фух. Так, окей. У меня тут уже меточек куча. Кратер, окей. Так, ой-ой, тут лава, чуть не упал. Вот тут как раз эти страшные звуки. Ой-ой, я слышал спавн какого-то хербина, слышал. Я страшный звук слышал. Блин, главное, чтобы меня еще никто не убил. Я надеюсь, что здесь будут алмазы. Высота какая? А высота 27, окей. Пока что спускаемся без палева, даже свет не буду делать, потому что страшно. Так, нужна алмазная кирка, потому что без нее тут летсплей вообще развиваться у нас не получится особо. То есть вот эту руду сломать, это алмазная кирка тоже нужна. Ну, в принципе, пока что на железные инструменты перешел, уже неплохо. Конечно, буду постепенно железо экономить. Ну, то есть, я буду делать инструменты железные, но, видите, не все из железа сделал. Что-то каменное осталось. А что это за черная руда? По-моему, она тоже алмазной киркой ломается. Так, мне страшно немножко. Кто-нибудь столкнет, хелбин собака. Так, окей. Да-да-да, давненько не играл, могу реально испугаться. В принципе, да. Вроде как все сказал, что хотел. В принципе, да. Кстати, что еще хотел сказать, то что у меня же... так, это какая высота? Это у нас 12, давайте еще ниже копнем. Забыл сказать то, что после второй серии, ребята, я не записывал уже третью, то есть я тогда... Ну, я даже не помню, в чем проблема, то есть я потом потерял доступ к каналу, вроде как.
в принципе, какая-то там проблема была, но я прям собирался там много записывать. В принципе, я сейчас тоже достаточно часто пытаюсь записывать этот летсплей, записывать буду также другие видео, потому что я вижу то, что вам особенно Gravity очень понравилось. В принципе, я достаточно рад этому. Так, о, нифига, уже полстак это был. А, у меня уже было 10 с собой, окей. Окей. Где алмазы, чувачки? Давайте мы будем копаться вот так вот, то есть я буду копаться, давайте я вот тут вот, немножко вперед копну и в 4 стороны пойду. Может быть, так будет какой-то больше шанс копнуть, что ли, что-то сделать. Это у нас, типа, главная дорога, куда я сейчас иду. Так, опа. Опа. Давайте вот тут. Опа. Слышу лаву. Давайте туда, видите, редстоун нашел. Блин, и руду, которая не сломается. Придется ее обходить, ребята. Обходить придется, потому что выбора у меня нету пока что. Так, свет это очень важная штука. Так, и вот сюда копнем. Тут, наверное, увеличить стоит эту дорогу, потому что все-таки она главная, так сказать. И будем копать во все 4 стороны, чтобы увеличить шанс, ну, типа, находку алмазов увеличить. Поэтому, да. Я пытался и в Нисеи добыть алмазы, то есть найти их, потом все и сразу сломать их, но ребят так и не нашел. Надеюсь, они хотя бы тут вообще спавнятся, потому что я так подумал, у меня же железо не спавнилось, когда я экспериментировал. А вот насчет алмазов не знаю. Это очень плохо, если их не будет. Ну, видите, железо спавнится. Я его ломать пока что не буду. Так, ну что-то пока что ничего не видно, но я слышу лаву. Лаву слышу, можно, кстати, громче сделать, чтобы слышно было лучше. Так. У меня, если что, наушники на максимум, поэтому, если что, я заору очень громко. Ух ты, ёпта! Ты что делаешь-то? Вот это было страшно. Ой-ой-ой. Да, тут блоки, короче, спавнятся. Вот такие вот страшные. Когда ты ломаешь с небольшим шансом. Фу, вот это было, конечно, страшно. Ой, я слышу какого-то страшного моба. Мне это не нравится. Мне это не нравится, меня уже трясти начинает. Ой, блин. Буду камень ломать. Пока что. Я прям слышу хорошо лаву. Она где-то вот тут, да? Я так понимаю, она с двух сторон. Либо я ошибаюсь. Да. Вы сейчас, кстати, можете хиабни напасть. Ух ты, ёпта! Тихо! Тихо. Вот на это я не подписывался оттуда, если сделать. Ага. Ага. Надо подняться. Ты что делаешь, пацан? Не делай. Так. Так, все, я понял. Какую-то шахту, я так понимаю, нашел. Так, а вот тут, наверное, опасно будет. А, нет. Блин, сейчас жестко будет припас. Тихо. Алмазы! О, ебой, просто офигеть, я рад просто. Офигенно, ребят, я алмазы нашел. Как такое возможно? Я слышу страшный звук, значит, херобин уже ядом, и он просто меня захочет убить сейчас, да, я их сломаю. Но, надеюсь, этого не произойдет. Блин, я прям так рад, это алмазы, просто в 3 часа, жестко просто. Теперь я смогу сломать и другую руду, это вообще круто, вот такую вот, например. Блин, херобин, только не сталкни меня в лаву, я тут надо осторожно все поставить, чтобы не потом страшного ничего не было. Вы что, издеваетесь? А, тогда ладно. Я уже подумал, что два алмаза всего лишь. Ух ты. Блин, вот это я испугался. Чуть не упал. Так, окей. Редстоун, 4 алмазика. Ну, блин. Хватит на лопату и на кирку, да. Лопата — это вообще самая важная вещь, особенно алмазная. Я так уже понял, я просто тут постоянно ломал землю сейчас. Ну, типа, чтобы ее поставить там, где нужно. Поравнять немножко. Так, у меня есть верстак. Сразу крафтим ее. В принципе, давайте я проверю запись на всякий случай, а то мало ли что еще, кроме херня произойдет. Короче, проверил запись. Вроде как все четко. Я очень рад этому. Просто, ребята, ну я не знаю, ну. Я не знаю, можете мне там, я не знаю, что-то написать, да, то, что типа, молодец, там нашел алмазы, все такое. Ну, в принципе, это не так уж и сложно было. Просто надо было найти высоту нужную и все такое.
Окей, блин, она так быстро ломает. Наконец-то я могу сломать новую руду. Это так круто. Лимонит могу сломать. Хорошо. Так, тут лава, наверное, нет. Хорошо, даже лучше. Блин, ее так много спавнится. Если из нее можно сделать хорошую броньку, это вообще круто будет, потому что... Ну, броня нам нужна. Броня, оружие, все на свете, это нам нужно, поэтому... Поэтому будем тут это делать. Так, я, блин, только не столкни, потому что у меня нету тут никакого это самого кип-инвентари. То есть я могу умереть и потерять вещи. В принципе, возможно, я поставлю в будущем, если с какими-нибудь боссами буду драться, но... Пока что не вижу в этом смысла, потому что особо страшных боссов я пока что не видел. Ой, там полюбаться. А нет, там нету лавы. Так, ну там лава. Это как бы само собой. Так, все. В принципе, давайте еще добудем какую-нибудь руду. Вот она еще, вот уголь. В принципе, блин, я прям рад. Я прям... Ух ты, это что за... Аметист. Нифига себе. Второй раз встречаю. Я просто... Метки всякие оставлял. И, по-моему, видел эту руду уже. Так. Вон, слышу, какого-то моба. Тут, короче, плачущий ангел тоже есть. Поэтому я его встречал когда-то в шахте, когда сам играл. Ну, не на этом мире, на другом. Кто-то бежит прям. Нихера себе, вот это страшно, конечно. Ой! Я что-то вижу вдалеке. Там индикатор показал мне что-то. О, так надо закрыться. Они ржут все громче и громче. А, нет, оно идет ко мне, меня жжет, несет от страха просто. Она меня убьет с одного удара, это пальбас, ребята. Ну, это пальбас, это, короче, гарантия 100%. Окей. Ну или со второго это как минимум. О, ты ёпта! Да, она реально со второго раза убивает. Даже в броне пальба с первого. Блин, капец, я сейчас иссануло меня, херануло просто жестко. Блин, ладно. Ладно. Блин, сложность-то копится. Очень хорошо то, что я нашел кирку эту. Точнее, алмазы. И скрафтил кирку. Ой. Так, кстати, надо сделать чаровальный стол. Это сейчас, наверное, самая важная такая тема. Чтобы кирку можно было чинить, все на свете, ну чинить это наковальня. Блин, окей. Ну, страшновато. Ой! Вы видели? Сейчас только что сложность увеличилась. Блин, капец! Она блин, мне сейчас я заметил, что она выше стала. Она рывками, я так понимаю, растет. Блин. Я так понимаю, почти первый квадратик весь, да? Почти первый весь квадратик, короче, все. Это, короче, все опасно, страшно. Так. Ну все, надо отсюда сваливать, короче, а то страшно тут как-то. Мне не по себе здесь. Да. Да-да-да. Куда бежать? Так, куда? Новая. Не знаю, что зовут. Ты ёпта! Так, блин, они уже бомбят. Ребята, нет! Блин, мне страшно, потому что они реально могут взорвать, подойти ко мне. Они же взрывают зачем-то. Они же не просто так взрывают, я надеюсь. Они же не настолько тупые, мне кажется. Мне кажется, они не тупые. Ой. Они меня полюбас через стенку видят. Читеры долбанные. Да. Блин, мне реально страшно, вы понимаете? То есть, ну, как? Ну, не особо, конечно, страшно. Но когда вот такая херня происходит, когда они просто так бомбят. Ну, сваливать это полюбас надо. Окей, сколько воды добыл? 58, нихера стак добыл. Вот это я молодец, конечно. Сейчас уже редстоун влазить не будет. Но я его все-таки сломаю. Редстоун это важная вещь, я считаю. Вообще тут все важное, наверное. Но хотя, когда ты добавляешь моды, то появляется такая руда, которая полюбас не будет важна вообще весь летсплей. Ой, они прям носятся. Ироды. Так, надо сваливать сюда. Руда какая-то, окей. Ага. А вот он и аметист. Хорошо. Тут у нас пауки, которые меня убивали. Потому что здесь жесткие пауки тоже есть. Ребята, кстати, я думаю, я где-нибудь все и пятый, может быть, скину сборочку. Ну, либо давайте набьем 9 лайков на этом видео. Я скину сборку. Мне вообще не жалко. Просто будет приятно. Ну, и либо просто напишите в комментариях, типа, то, что вот я хочу сборочку. Я скину, я как бы...
не против, могу в описании скинуть, могу просто в комментарии ответить. Поэтому да. Да-да-да. Вроде как все. Это мы убираем, потому что они не нужны, эти метки. Что значит сок 6? Это просто, видимо, ничего. Так, тоже удалим. Первый босс, портал, башня. Кстати, портал, я забыл про него. Неизвестная руда, окей. О, да, но я неизвестная. Она какая-то вообще, наверное, едкая. Посмотрите, ее вообще мало. Так, что поменять? Давайте супчик съедим. И куда? Так, вместо камня. Кстати, давайте сделаем так. Камень сюда поставим, а это забьем. Чё нет-то, если можно? Золото. В принципе, совсем про него забыл, видимо. То, что оно у меня есть. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но эту руду я добывать не буду, потому что я уже стак добыл. Ее слишком много. Чего? Алмазы, вы что, издеваетесь, что ли? Нифига себе, я прям алмазный. Чё, офигеть. Ребят, я отвечаю, здесь не стоит мода на спав руды. Вроде бы. Не стоит. Я его убирал, полюбас. Офигеть, тут алмазов, конечно. 10 алмазов. Плюс кирка, 13 алмазов я добыл в этой сей. Офигенно. Неплохо, неплохо, ребята. Очень даже неплохо. Я рад, то, что я развиваюсь, это круто. Потому что у меня особо в летсплеях никогда не получается развиваться. То есть я всегда сборки сам создавал. Ну, конечно, баганные сборки у меня тоже бывали, но здесь даже не в этом дело. То есть я-то просто никогда не развивался. То ли лень было, то ли просто не понимал. А сейчас я вроде как все понимаю. Ну, просто добываешь руду, там уже крафтишь всякую броню, оружие. Порталы всякие, да, тоже всякие там плюшки должны быть. Своя руда, своя броня, свои вещи. Вроде как ничего сложного нету в этой сборке. Поэтому понять, я думаю, у меня все получится. Аметист тоже такая, ну, более-менее едкая руда, но не особо. То есть самая едкая руда, я так понимаю, это вот это. Джейд, я так понимаю, это так читается. Факелов уже мало. Хорошо. Грибы, кстати, можно еще супчик грибной сделать в будущем будет. Сколько у нас железа? Нихера себе, а его уже достаточно много. А, полстака. Нифига себе много. 35, ну ладно. Нет, я сейчас испугался, просто пошел нахер, говно собачье. Я их вообще... я попал. Я понял, главное правило это по ногам попадать. Главное правило этого летсплея... Домой, где дом 2, тихо. Все, сюда. Блин, я сейчас сдохнуть мог. Блин, вообще жесть. Это было вообще страшно, потому что, ну, помирать не хочется, это понятное дело. Так, хорошо. Лимонит сюда. Это получается, давайте, аметист сюда. Вот такая руда сюда, это нам уже не нужно. Рассид какой-то. Это просто золото. Блин, алмазы, блин, можно нагрудник сделать. Но это бессмысленно, потому что, возможно, даже из моба выпадет. Меч, наверное, делать лучше всего. Давайте посмотрим, как чаровальный столик делается. 21 страница, это всего, да? Ой, сейчас. У нас тут еда есть даже. Сейчас я его найду, так. Я просто не помню, как он пишется. А вот он. Обсидиан. Да это херня, чё. Это просто сломать можно, если что. Давайте, как крутой человек, мы на воду. Опа. Тихо. Извините, то, что я так ору, конечно. Но я немножко психую, понимаете, просто меня. Увеличим количество лавы. Но оно не увеличивается, но все-таки. Так, а как это? Да, все зашибись, все как надо, происходит, как я хочу. Нет! Да, все, тихо, сюда, факела. Пацаны, не нападайте на меня, пожалуйста. Так, закроем все проходы. Чтоб пьяные не съели. Да. Так, нам нужно 4 обсидиана. Пока что портал в ад делать не буду, наверное. Хотя можно. Можно, думаю. Фак. Юбич, блин. Чё, я сделал не так, окей.
Крафтим, ребята, крафтим все как надо. Все как умеем. Да. А, нет, два алмаза нужно. Я все время путаю крафт. Меня простите за это. Так, ну давайте. Блин, у меня особо даже места нет. Но можно сюда пока что поставить. В принципе, у меня тут балкончик есть. Так, меч зачаровать можно. У меня 21 уровень. Уровень 21. На что-то зачаровал. Только я не понимаю, на что, да. Так, эффективность. Но это пальба сейчас. Да. Немножко броню. Протекшн. В принципе, неплохо получается. Немножко зачаровались. А пушку можно зачаровать? Это будет круто. Блин, жалко, что нет. Ладно. Ребят, в принципе... вроде как постепенно мы что-то делаем, что-то мутим. У нас лимонит появился. Кстати, наверное, это было тупое, что я сделал. Ну ладно. Кстати, разная руда, как видите. У нас 4 разных вида руды. Это круто. Начинаем крафтить броньку, в принципе. Так, вот так вот можно найти этот мод. Вот он, этот мод, чтобы только он высвечивался. Все, 5 страниц целых этого мода. Поэтому он достаточно интересный будет. Так, лимонит. 10 урона, нихера себе. Я не ожидал. Так, сейчас. Так, а вот из этого. Из Рассита. Из Рассита. Джайда. Херайда. Так. 12, нихера себе. Так, это сколько? Это у нас 7, ну это фигня. Это особая фигня. Это тоже. Это у нас получается тоже 7. Хорошо. Хорошо, это выгодное предложение. А можно как-нибудь по-другому? Нет, нельзя. Скрафтить, к сожалению. Ну ладно. В принципе, так, давайте скрафтим. Итак, ребята, в принципе, я решил то, что, ну, блин, лимонита хоть и много, типа, если что, можно будет всегда сделать меч на 10 урона, но я все-таки так подумал. Подождите, вот что еще интересно. Это кирка. 4. Не, вот кирка, мне кажется, это самое главное. Подождите, сейчас, секунду. 4. Тоже 4, но я не знаю, какая быстрее ломает. Давайте сделаем такую кирку. Давайте сделаем такой топорик. А, кстати, еще же из этого тоже можно сделать прибас. Да, можно. Но я так понимаю, это похуже, да? Все. Вот это получше будет. В принципе, ну, лопату тоже, наверное, сделаем. В принципе, ну, и, кстати, прикольная такая вот текстурка. Кирки, все вот этого. И сделаем меч такой, потому что 12 урона, это все-таки неплохо, неплохо. Так, а прочность какая тут будет? То есть 1500 здесь. А, здесь вообще маленькая, да, фигня. Тогда ладно, вот это бьем, короче. Все, все, ребята. В принципе, я рад, то, что вот так все получается. Броню нельзя скрафтить, вроде как, я так понимаю. И я так понимаю, то, что кирка алмаза нам вроде как уже не пригодится. Хотя нет, видите, 4 урона. Здесь 5, это значит то, что. Ну, это типа железные кирки, я так понимаю, да, будет. Я так понимаю, что да. Типа, ну, так неплохо, в принципе. Но, ну, я не знаю. Прочность зато неплохая, по 400, в принципе. По 400 прочности. Это, ну, неплохая, все равно неплохо уже. Да. Насчет брони я так посмотрел. То, что, в принципе, броньку сделать будет пока что, наверное, невозможно. Либо возможно, ну, какую-нибудь плохую. Вот она, броня всякая. Вот, видите, нужен вообще везде почти джайт этот. Какая-то кожа, которая не показывает, как ее найти. Наверное, животное какое-нибудь убить. Ну, это как бы логично. Это какие-то тоже штучки. Вроде как не находил их. Так, ну не везде, кстати, броня крафтится. Здесь нужен вообще какой-то... А у меня вроде как такой руды нету. Да, у меня такой руды нету. Поэтому не знаю. Знаю, это... А, нет, это другая какая-то руда. Давайте ее тоже попробуем переплавить. Да-да-да. Да, она работает. Окей, здесь у нас будет золото. Это тогда сюда, это сюда, это сюда. Все. Пока что она все плавится, значит, мы вот это уберем, этот меч, потому что он все-таки в 2 раза урон, ребята, больше. Так, ну давайте... Ну, попробуем побольше. Давайте до десяточки. Так, 8, может быть 9 будет. Попробуем на максимум зачаровать. Так. Тут еще можно так менять, это много версий, а вроде как нельзя. Нужно сначала одну вещь зачаровать.
а потом... Дайте. Шахность 1. 13 и 25, ребят, блин, это вообще неплохо. Ну, дайте здесь троечка. Не какое-то непонятное зачарование для меня. Эффективность. И тоже эффективность. Ну, в принципе, я так думаю, что не так уж и плохо. У меня броня на протекшн почти вся. Меч неплохой тебе, и пушка тоже хорошая. То есть, блин, наконец-то можно валить всех нахер, да. Ребят, в принципе, думаю, на сегодня я закончу, потому что видео получается где-то минут на 30 почти. Ну, то есть, я не хочу большое и особое видео делать. Оно и так получилось достаточно немаленьким. О, боже мой. Вы это видите? У меня теперь написано просто изи. То есть уже не вы изи, а просто изи, ребята. То есть третья серия, я как раз получил неплохой меч, и теперь, ребята, уже не так уж и не очень легко уже будет. Просто легко будет. Блин, это мне не нравится. Кстати, у меня какая сложность? У меня хард, как всегда. Это не может меня не радовать. Ух ты, у этого... Ух ты, ёпта! Я посрался, наверное, сейчас... О, боже. Ну, да... По хп можно понять то, что тут, ну, типа, у них, по-моему, только 1000 хп, а когда... Да! Типа, блин, это собака, ее надо убить. Он мирный сам по себе моб, но мод на боссов делает так, то, что... А-а-а, тихо! Как будто бы это плохие мобы, да. На самом деле нет, это просто... Ну, они только пуляться в тебя будут, на самом деле это от другого мода. Они такие, типа, стали злые, как будто бы... Так... Их я убивать буду, потому что они все что-то едят. То саженцы, то яблоки. Мне еда, как вы знаете, очень нужна. Это козел, я так понимаю. Не убивается что-то. Не хотят. Ну, это баги какие-то. Если я перезапущу Миха, они будут убиваться. Я знаю это. Эту фишку. Ух ты. Там манта. Так, хорошо. Что-то куда-то гуляю. Может быть, Хелбина давайте попробуем встретить. Почему бы и нет, в принципе. Далеко от дома уже отошел. Главное, чтобы с вещами ничего не случилось. Потому что если с ними что-то случится, я бомбану, наверное, просто знатно так. Сиень возьму. Ребят, в принципе, на этом будем заканчивать. Такое видео получилось. Ну, ставьте лайки, ребята. В принципе, думаю, неплохое видео получилось. Немножечко тут... Позанимались вещами, да, важными, думаю, крафтами. Ну, крафтами не особо, в принципе. Так, давайте домой вернемся. Домой. У него какие глаза? Посмотрим. Белые. Белые — это плохо. Так, золото. Это и это. Вот это я не знаю, что это такое. Может быть, какая-нибудь броня или оружие. О, что-то было сейчас. Я не знаю, что это такое. Ладно. Да-да-да, окей, все это убьем, все эти сливки, все вот это ненужное дело. Кюку алмазу мы оставим, прокачаем потом в будущем, думаю, до эффективности 2, например. Книги, кстати, можно зачаровать, попробовать. Вот, блин, вот это, конечно, тупо было. Шахность. Блин, жалко то, что шахность, еще одна книжка нужна, еще одна шахность, чтобы в наковальне все там намутить. И получить шахность 2 на этом мече. Давайте, кстати, сделаем наковальню. Так, она у нас вот так вот делается. Короче, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Я, ну, старался над ним достаточно неплохо. Поэтому, в принципе, буду надеяться, то, что вам это видео понравилось тоже. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Пока-пока.